Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим очень ленивый пирог с капустой и с яйцом. Вот такая у нас начинка. Потребуется 4 яйца, 200 грамм сметаны жирностью 20%, немножко зеленого укропа, стакан муки 250 мл, 1 пакетик разрыхлителя и соль по вкусу. Для начала давайте взобьем яйца и теперь бросим щепотку соли и взбиваем. А теперь просеиваем стакан муки в эту миску, где у нас яйца. Просеиваем муку. Теперь перемешиваем. Добавляем 200 грамм сметаны. Теперь добавляем укроп, немножко соли и выкладываем начинку. Капуста тушеная на топленом масле с яйцами. А теперь все перемешиваем хорошенько. Итак, друзья, масса у нас подготовлена. Будем использовать вот такую разъемную форму. Внизу у меня постелен силиконовый коврик, а края мы смажем сливочным маслом. Заранее мы включаем духовку, разогреваем ее до 200 градусов. Теперь выкладываем тесто с начинкой. Так, друзья, наша духовка разогрелась до 200 градусов. Ставим форму выпекаться и в процессе будем проверять на готовность зубочистки. Итак, друзья, пирог выпекался 40 минут при температуре 200 градусов. Сейчас проверим на готовность. Нет, сырой. Так, значит, еще оставим его. Итак, друзья, пирог готов. Выпекался он 70 минут, а сейчас мы его будем вынимать. Итак, друзья, пирог готов. Вот так он выглядит. Сейчас немножко мы его остудим и будем разрезать, подавать на стол. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До следующих встреч. Пока-пока.